Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Отель «Хилтон» может купить АФК-систему. Она ведет переговоры о покупке отелей, ранее принадлежавших структуре экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к участникам сделки. Сумма сделки может составить до 38 миллионов долларов. Помимо кировского отеля «Хилтон», АФК-система может приобрести отели сети в Перми и Екатеринбурге. От официальных комментариев финансовые компании отказываются. Гостиницы сейчас находятся под управлением компании «Отель Сервис». В прошлом БС Hospitality Management. Программа «Экономика». У «Абсолют Агро» появились новые потенциальные инвесторы. Об этом БН «Киров.ру» рассказал основатель холдинга Сергей Дорунин. По его словам, на минувшей неделе площадку приезжали смотреть представители крупного предприятия. «Актив интересует многих», — рассказал Дорунин. Он отметил, что сейчас холдинг продолжает работу, сотрудникам увеличивают зарплату. На предприятии проводится процедура конкурсного управления. Производственный комплекс дважды выставлялся на торги, но покупателей не нашлось. Дорунин ожидает, что он еще 4-6 раз будет торговаться по цене, превышающей стоимость долгов более 900 миллионов рублей. Экономика на 101 FM. «Нанолек» расширяет производство твердых лекарственных форм на предприятии в Кировской области. Запускают две дополнительные линии. Производственные мощности увеличатся более чем в два раза. Объем дополнительных инвестиций компании в оборудование и инженерию составит более 7 миллионов евро. Первым продуктом, который сойдет с новой линии, станет препарат для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Также планируется производство препаратов для терапии ВИЧ-инфекции. В завершение о валютах. Доллар сегодня стоит 56 рублей 29 копеек, евро 59,78. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.